Привет из солнечного города Сочи. С вами, как всегда, Арина. И я начинаю свой новый влог. Сейчас у нас будет девочки, мужчины, кому это интересно, распаковка с Валберис. В предыдущем влоге вы видели, что я ездила, получала товар. И кое-что я померила. И сейчас я вставлю вам в этом ролике. Вот вы, кстати, на мне видите шикарное такое вот, шикарненькая такая накидочка. Она длинная, под пол. Кстати, ее можно как дома накидывать, так и на пляж. Поэтому, пожалуйста, смотрите. Вот еще накидку вот такую вот смотрела. Но она, конечно, синтетика. Под черная. Симпатичная. И ремешочек тоже есть. Со мной сегодня прекрасненькая Жозефинка, 13-я, напоминаю. Кто не подписан на мой канал, подписывайтесь, друзья. И вот она, красопетка, смотрите. Сейчас для нее... Подожди, Жозефин. Пришло платьишко. Это той терьер. Девочка, смотрите, как я ее держу, да? Сколько она килограммов весит? Сколько весит, Жозефин? Я уже забыла. Она немного весит. Она даже в два раза меньше, чем коты. У нас во дворе бегают. Вот. И сейчас мы с вами померим платьишко, которое ей пришло. Так, Жозефинка, сиди рядышком. Своей прекрасной Жозефинке, тойтерьер, русский тойтерьер, вот она возле меня, девочка, ей 7 лет, я заказала на Валберис. Сразу говорю все равно на Ютубе, что куплено на мои деньги, это никакая не реклама, естественно, да. Вот такое шикардосное платьишко. Смотрите, какая красота. Вот такое вот гипюровое, сейчас мы его померим, посмотрим, как оно ей. Эмблемочка здесь, видите, такая. Что, кстати, написано? Собачка нарисована, видите? Так, и все. Размер, кстати, М-ка. Предыдущие я и покупала наряд. Элечка была большевата. Так, здесь у нас нету... А, есть кнопочки. Вот кнопочки. Видите, сейчас я их открою и наряжу ее... И мы с вами посмотрим. Так, вот. Раз, два, три. Три кнопочки. Вот такие платьишки красивые продаются на ВБ для собачек. Ну что, давайте начинаем мерить. Так, Жозефина тут кряхтит, как всегда, да? Так, держится за маму, за мамочку держится. Видите, какая красота. Смотрите, прям к мамочке, к мамочке. Так, Жозефин. Кнопочки, кнопочки. Да, я застегну. Не дает. Смотрите, прям. Давай кнопочки застегнем тебе. И посмотрим, что получилось. Так, ну что? Мамина красавица. Повернись личиком к моим подписчикам. Значит, смотрите. Платьишко как раз. Видите? Потому что Элечку я заказывала до этого. Она ей большевато была вот тут вот. И вот здесь. А сейчас у нее прям все отлично. Жозефин, покажись. Прям такая. В школу собралась красотка? Да? Маме пятерки приносить? Смотрите. Ой, красопетка. Так, ну что. Платьишко мы потом на улицу оденем. Вы его увидите и ее увидите. Так, Жозефинка, молодец, умничка, попозировала. Ну, я думаю, как раз, девчонки, смотрите, да, супер. Вот это фотомодель. Так, ну что, друзья, мы с вами продолжаем. Кстати, пакет у меня большой, смотрите. Что еще у нас осталось? Так, я вам обещала... Девочки, мужчины, показать, что я заказала успокаивающий
Крем молочко после загара. Вот такой вот. Давайте посмотрим его, да? Так, что у нас тут? Ну, я артикула все оставляю. С экстратом кактуса, нежирный, освежающая текстура. Давайте посмотрим. Ну-ка, поэкспериментируем, да? Так, во-первых, надо открыть. Угу. Да, вы знаете, девочки, пахнет, ну, кактусом пахнет. Да, ну-ка. Очень мягкий и вообще, ой, приятная такая отдушка. Ой, вообще шикардосно. В общем, мне понравился. Так, смотрим дальше. Свое мнение тоже напишите, кто брал такое, кто не брал, да. Тут вот они заклеили фирму Гриньер, что ли. Видите, как они заклеивают, да? Ну-ка. Да, Гриньер. Видите, я отлепила. Вот зачем они вот так вот на это? Гриньер Амбар Соляр. Солар, Солария. Ну, в общем, после загара. После загара, девочки. Так, и мужчины, если тут такие имеются, да? Дальше смотрим. Что я еще купила? Так, открываем. Значит, я в этот раз набрала шорт. Шорты трикотажные. Вот такие вот, девочки, шортики обычные, видите? Я слишком короткие не беру, ну и слишком длинные по колено. Тут тоже в Сочи очень жарко. Так, что у нас здесь написано? Тут даже какая-то, смотрите. Ну, во-первых, они все с карманами идут. Я всегда хожу в шортах. Вот под накидочка, шортик, маечка и накидочка. Все, и пошли, как говорится, гулять, да, на пляж. Так, тут у нас что написано? Читаем. Шорты белые. Ну, вот, я говорю, у меня 52-54 размер. Так что вот, пожалуйста, белые. Готовы. Следующие шорты. А, нет, следующее будет платье. Платье я тоже мерила на ВБ, и сейчас я вам ставлю. Платье шикарное. Во-первых, смотрите, девочки, сейчас я вам его покажу. Оно трикотажное, оно длинное, в нем не жарко. Смотрите, вот видите, как сделано тут широко, вот сверху не как маечка, да? Потом здесь утягивается, я вам там показывала. Посмотрите сейчас. И вот идет дальше вот так вот. И вот видите, внизу еще вот такая сеточка моднявая, да? Вообще супер. Черный цвет, кстати, прикольно посмотрелся так на меня, на блондинку. Я обратила внимание. Так, что здесь написано? Вы не поверите? Глория джинс! Да, девочки же, смотрите. Глория, правильно? Глория джинс. Так, и что еще у нас написано здесь? Для женщин платье черное, состав ткань 100% хлопок. Вот так вот. Так что вот сейчас вы можете его посмотреть. Вот я вам вставлю показ, как я там его мерила в ВБ. Так, платьишко трикотажное. Вот тут подтягивается. Красивенькая, мне понравилось. Так, вот такую вот омывайку взяла. Bubblegum машину. Стеклоочиститель. Еще одна цепь. Следующее. Дальше у нас идут еще шортики. Еще будет двое шорт. Угу. Ну и, в принципе, на этом мы закончим нашу распаковочку сегодня. Значит, смотрите, тоже Gloria Jeans. А вот эти вот шорты не с Gloria Jeans, интересно, белые? Нет, белые нет. Город какой? Россия просто написано, Россия. А вот эти вот черненькие, ну они подороже, по-моему, там идут. Тоже, девочки, мужчины, они трикотажные. Я люблю черные. Вот если вы одеваете накидку, по-любому черные, например, шортики, ну и маечка может быть любая, да, черная или белая. Вот. И, значит, вот эти шорты тоже хлопок.
Да. Но вот в этих шортах, смотрите, написано состав 53 хлопок, 47 полиэстер. Вот в этих, вот в черненьких, да, вот я показываю. И еще у меня есть сиреневая такая туника, коротенькая. Вот, я под нее взяла сиреневые шортики. И у меня еще, кстати, где-то сиреневая даже сумка есть. В общем, Остапа понесло, называется, да? Так, но вот сиреневый тоже очень красивый. Смотрите, девочки, какой красивый цвет сиреневый, да? Сиреневый цвет, вот они обычно сделаны. Так, что здесь мы смотрим? Это уже фирма, как у белых. Вот тут Каста 7 написано, также там Россия. И здесь, ну, это вот как раз 100% идет. Нет, даже тоже ошибаюсь. Смотрите, 90 состав хлопок и 10 лайкра. Не знаю, тут не сфокусирует, наверное. Вот, так что вот, шортики тоже готовы. Ну, на сегодня, в принципе, у меня моя покупочка закончилась. Вот, пишите свое мнение. Я с вами буду прощаться. Желаю, как всегда, прекрасного настроения. Дня, вечера, ночи, смотря в какое время вы меня смотрите. А с вами, как всегда, была Арина Море Сочи, друзья. Не забывайте розыгрыш в конце месяца каждого. Я всегда определяю, кто постоянно на моем канале, кто подписан, кто пишет комментарии, кто ставит лайки, кто активно участвует на моем канале. Три победителя всегда каждый месяц определяю. Поэтому всех люблю, целую и пока-пока!